Citrus. Гаджеты та аксесуари. Всем привет, меня зовут Руслан Самоваров, и сегодня я подведу итоги конкурса, приуроченного к самому главному празднику, который мы ждем и с радостью его отмечаем, Международный день селфи. Для участия в конкурсе нужно было выложить в Инстаграм свой селфач и поставить специальный хэштег Cool Citrus Selfie и еще хэштег Citrus нижнее подчеркивание UA и, конечно же, подписаться на наш аккаунт в Инстаграме. Именно поэтому мы этот конкурс и придумали. Сейчас я... тут еще и места есть, то есть мне надо определить самое классное, среднее и... А почему ты мне только... Почему я об этом не знал? Ого! Так я тоже хочу такую селфи-палку. А это что? О, это с пультиком такая. А это с проводом. Угу. Значит, есть такая вообще нереальная. Фотопро, это не шутки. Сейчас мы посмотрим все фотографии по этому хэштегу и выберем три самые классные. Ну как, выберем одну самую классную, чуть-чуть поменьше классную и просто классную. Давайте начинать. Так, заходим в Icon Square, пишем Cool Citrus Selfie. Вот. Так, написал. У нас тут очень много фотографий. Я знаю, в Украине уже одна компания проводила такой конкурс. Там было, по-моему, 5 участников. Или около того. Так, я сначала прогружу все фотографии, так, чтобы мы посмотрели на всех участников. А потом я выберу троих на свое усмотрение. И кто напишет в комментариях, что это мои родственники, получат бан на канале. Вот так я решил. Так, прокручиваем. Очень много есть интересных работ. И это, конечно же, сложно. Я считаю, это большая ответственность выбирать самую лучшую, второе, а также третье место. Так, Ну, обычные селфи, я думаю, не займут призовые места. Нужно было сделать что-нибудь оригинальное. Вот, например, как девушка сделала селфи в зеркале. Так, ну давайте. Давайте начнем с третьего места. Так, я еще раз пролистываю, потому что нужно найти действительно классные и интересные селфачи. Так, третье место у нас будет. Где ж мои родственники? Так, третье место, я думаю, что займет. Так, третье место. Ой, что же с кошкой-то? Короче, это третье место. Катя Галущенко. Я не знаю, что ты сделала со своей кошкой, но благодаря ней ты получаешь монопод от Цитруса. Давайте смотреть второе место. Второе место у нас... Давайте вот эта девушка. Девушка. Юлечка Сан. Юлечка. Вот это, я считаю, оригинальность. Это нестандартный подход к селфи. Ну как, селфи в зеркале, но не совсем стандартно. Поэтому я считаю, что это заслуженное второе место. И первое место, я на самом деле уже знаю, кто его получит. Первое место. Нет, я не знаю, кто его получит. Да, конечно, работ много, и я даже не знаю. Так, ну давайте посмотрим. И вот я думаю, что первое место
займет Антон из города Киева, судя по его никнейму Киев Тоха. Я хочу селфи-палку от Цитрус, иначе меня моя Машка укусит за ляжку. Я думаю, что он получает за самую оригинальную фотографию. И, кстати, а что это на заднем плане? Кто-то, смотрите, держит рукой уже за ляжку. Так, давайте теперь только проверим, вот подписаны ли они на нас. Так, follow back кнопка есть, значит, он подписан. Юлечка, ты на нас подписана. Юлечка тоже на нас подписана. И Катя, третье место, тоже на нас подписана. Итак, по моему мнению, места распределились так. Третье место. Катя Галущенко поставила Cool Citrus Selfie, Citrus UA, подписана на нас. Кошка просто нереальная. Второе место занимает Юлечка Сан. Она сфотографировалась вот так вот оригинально в зеркале с какой-то... Мне сначала показалось, что это соленые огурцы. С маской. Теперь будет удобнее фотографировать и на селфи-палку. И третье место. Антон из города Киева с ником Киев Тоха. С кошкой Машкой. Я вообще считаю, что селфи-палку получает прежде всего кошка Машка. Антон просто заберет ее с магазина и передаст кошке Машке. Я поздравляю наших победителей. Надеюсь, что вы согласны с моим выбором. Вы хотели, чтобы конкурсы проходили так, поэтому я надеюсь, что вы согласитесь. И мы будем дальше проводить некоторые конкурсы творческие, не с помощью сайта random.org, а вот таким образом, для того, чтобы не выигрывали люди, которые просто репостят весь интернет у себя на странице, причем на левой, без единой своей фотографии. Это иногда бывает грустно, когда выигрывают такие люди. Ну что ж, остальным участникам желаю удачи. Продолжайте участвовать в наших творческих конкурсах. И обязательно выиграйте ценные призы. А чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. А также на мои страницы ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. Кстати, на мой Инстаграм подписывайтесь очень сильно. Я выкладываю туда классные фотографии. Можно немножко рекламы, да? Хорошего дня и яркого настроения. Пока! 15 лет яркого настроения!